Винницкое время 22:06. Третий период. Заключительный 4:0. Диадема впереди. Первый период уже на страничке Андрей Орешек. YouTube я только что просмотрел. И второй период загружается. Так что все. Ну, онлайн с опозданием некоторым, видите. Вот начало третьего, первый уже можно смотреть. Вот такая обстановка. Интернет пока не подводит, вот хорошо. Внимание! Бросок в сетку за воротами. Владимир Сачко, напомню, арбитр. Раньше мне нравилось, Володя, при вбрасывании так на скорости стружку снежную нарезал, как канадские судьи, сейчас не замечая почему-то. Мне это нравилось, я думаю, и зрителям тоже, на скорости. Шайба за бортом. Ну что, известно, кто в финале? Или еще у кого есть сомнения? Я не спешу пока говорить заранее. Все-таки. Конечно, так и некрасиво будет по отношению к сопернику. Вторая минута третьего периода. Диадема Спартак. Бросок, Дреев, Олег, опасность, неудобно. Щелчок. Это Константин или, ну вот, как узнаешь сейчас тут-то. Карлов. Возможно. Прайд. Ну такой пас, ну никакой. Анонс читайте Facebook Андрей Орехов. Там, когда будут игры, я буду оповещать вас, ребята, всех. Валентин Гамза. Ах, такой пас, ну и в ноги, и не совсем удобно. Крамер Сергей. Роман Абертинский. Уже выучил, ребят. 95%. Ну вот только 7-й. Ну и с днем ЗСУ, с днем вооруженных сил Украины. Кстати, не только мужчин, но и женщин, конечно. Фокус, вернись. Так. Есть. Прохладно, надо отметить. Здесь 0-1. На улице также 0-1. Без снега. Винница без снега, ребята. Вот смотрю, Конотоп, Харьков. Внимание! Нет снега. Мужчинки летали 3 дня назад. Внимание, Абертинский! Ох ты как! Ворота пустые были. Хе-хей. Ну ничего, хотели интересно забить. Красиво. Бросок кистевой. 88-й. Белый барс. Ну, в данном случае бордовый барс. Так что в Виннице пока снега нет, а лед на озере есть. Я сегодня был на озере, проверяю. И один рыбак находился в центре озера. Влад Иринет ищет шайбу. Олег Тизиков на трибунах, но уже просматривают финалиста. 4-0, 4-я минута третьего периода. Финал будет интересный точно на 99%. А вот кто будет, ну все же чуть-чуть попозже давайте. Для хоккея 4-0 и 10 минут играть еще. Тут... Но главное, что не видно перспективы. Вот может быть сейчас бросок, боже, выше ворот. Молодец, Олег. Но только пониже надо чуть.
Вчера день волонтера, сегодня день вооруженных сил. Внимание, окремо! Боже мой! И что? И шайба в сетке ворот. Или нет, нет, нет. Да, есть. Окремо, окремо. Но 5-0. Аргентина, Ямайка. Экран, конечно, замерзает, монитор. Ну, орешек-то выдержит. 10 минут играть в этой встрече. 5-0. Нет изюминки огонька в игре «Спартака». Не вижу я, ребята, за счет чего можно забрасывать. В этом году так. В следующем году, уверен, будет по-другому. Батя! Команды, можно так сказать. Шатохин ждет партнеров. Где вы, ребята? Где Рома Рудакевич? Где штурм? И шайба у Диадема. Игорь Степанюк говорит, еще две шайбы зайдет. Какие только ворота, догадайтесь сами. Ну так, голос минского хоккея, уши, нос, глаза, так. Рева, Рома тут, счет прежний. Слабенький кистевой бросок. Диадема с шайбой. Окборд встретил Рома. Опасно, ребята. А может, Диадема чемпион 2019, а? Сейчас что-то мне Чижиков скажет. Пар идет. Сейчас покажу. Видите, это прохлада Ледового дворца. Внимание, момент, Влад Ильиных все сделал, положил вратаря. Ну, Ковалайнен выигрывает эту дуэль. Счет прежний. Так что кто будет чемпионом, буду чуть потише тут. Но я только прогнозирую. А игра покажет. Внимание, бросок. Ну надо забросить. Ну а что, в сухую что ли? Что за полуфинал? Там 3-0, тут 5-0, ребята. Арсенал 4-1, 4-2. А тут... Бросок кистевой. Сергей Акрема с травмой. Мужественный игрок. Ох ты, клюшки. Всем зрителям нашим, которые смотрят винницкий хоккей, я передаю лично привет, дорогие. Ютуб Андрей Орешек. У нас есть просмотры, нравятся наши игры. Ну и комментарии Орешка тут тоже меня отмечают. Вроде все по теме, да, все так. Поправки делаю на замечания, реагирую правильно. Поправляюсь где-то. Так что тут, ребятки, стараюсь быть в теме. Ну и все делать красиво. И правильно. Шесть минут остается с лишним до конца матча. Роман, хорош. Ну как хорошо, все быстро, но в
скорости опережает, конечно, вот за счет Акрема, Олега, Романа. А тут уже ребята на опыте. Старший Акрема, Влад Ильиных. Цепляева не хватает, конечно. Вы смотрите, что делает, какая скорость, да, Олег? Ну и тут Роман, вот, пожалуйста, связка. И ветераны уже как бы так могут понаблюдать, да и помочь. Вот, смотрите. Раз. И тут уже вратарь играет. Ну, Маяк, держитесь. Я думаю, что достойный будет финал. Держитесь. На ходу, Диадема, на ходу. Вот особенно... Ну, сейчас 5-0, да, они спокойно играют. Тут еще тоже такой момент есть. Когда проигрывают Влад и Ильиных. Но они уже давно не проигрывают. Влад и Ильиных. Бу-бу! Шайба у Коваланина. Пять ноль и 5 минут до конца третьего периода. А можно с музыкой играть, не выключайте. Только чуть звук может потише. Музыка не мешает. Win the race. Будь ласка. Опередила здесь немного шайбу, но вот здесь. Рева, не видно Рома сегодня, Рева. В тени. Бросок в ловушке. Сразу в игре. Одно удаление было в первом периоде. Так, ну, игра. Не терять инструмент игры. Клюшка называется. 71-й. Сторожук, Олег, сторожук. Да-да, Олежка, сторожук. Старается, старается, Олежка, ну. Не в этом чемпионате «Спартак», не сегодня, но обыгрывает «Диадема». Есть такие слова по всем статьям, да, ну вот. И счет говорит об этом. Но... Ну и здесь вот можно что-то придумать, только быстрее, вот, счет. Ну надо одну, тут «Диадема». Извиняйте, Спартаку надо одну забросить. Ну что ж, как домой уезжать, уснуть потом. На Орешку тоже сложновато бывает. Также оцениваю игры, свой комментарий. Критически отношусь к своей работе тоже. Вот тут хорош Рома, но Рома прибавляет, прибавляет. Смотрите, чувствует моменты все. 93-й и 13-й, вот сыгрались в этих играх. Тройки в конце. Может, номер так хорошо подобрали. Смотрите, что Акрема вытворяет сегодня. Заряжен. Ну и тут Хмельницкий уже. Я думаю, на финал подтянутся и Лобановский, Максим. Ну, в общем, Маяк, держись. Держись, Маяк. Соскучились. Ну, не были чемпионами еще. Внимание! Ну и что сейчас будет у нас? Бросок! Будет! Есть! На месте Коваланин налево. По-борцовски там. Ну и Деня здесь. Конечно, Деня Бондарчук младший. Деня!
5-0. Минута 30 до конца матча. Неприятный счет для «Спартака». Ох, тут шайба могла. Свисток. Ой. Тайм-аут, Диадема. 30 секунд. Судья объявил. Ребята взяли тайм-аут. Тайм-аут. Ясно, Олег. Олег нам прояснил момент. Тайм-аут. Закончился. И... Ну, это тайм-аут уже как бы технический момент. 5-0. Рахунок. И минута остается. Минута. Орешек Продакшн с вами представляет Винницкий чемпионат. Приглашайте 067-18-67-2-1-2. Смотрите наши игры. ВН. Гол. А кто это? Карлос Костин. Седьмой номер. Хмельницкий ставит жирную точку в этой атаке. 6-0 за 44 секунды. До конца встречи. Сорок секунд. Шесть ноль, но счет. Ну и уже потихоньку Егор, Степанюк, Игорь на выход. Трибуны здесь попрошу. Да, сейчас, ребята, дождитесь. Еще можно там. Да, сейчас. 6-0. 11 секунд. Одна секунда. И звучит сирена. И известен второй финалист. Диадема в финале. Вот они. Хочу поддержать «Спартак» в трудную минуту. Орешек Продакшн с вами. С наступающим Новым годом. До побачення, ребята. Ну, в игре мы не увидим уже, к сожалению. А вот Диадему мы еще увидим. Итак, финалы мы узнаем, когда... Фейсбук Андрей Орехов. Ну и прекрасная игра. Сейчас. Внизу. Сейчас. Вот это братья Харьковы. Да, до свидания, говорят. Рукопожатие это святое. И Диадема Маяк. Маяк Диадема. Финалы Винницкого чемпионата. А в этой игре 6-0 окончательный счет. Боже ж ты мой. Говорим до новых встреч, ариведерчи, до побачення, с вами ваш Орешек Продакшн, позитив. Классная игра, интересная. Но счет неинтересный. До финальных игр вам говорит Орешек Продакшн, счастливо, гудбай, до побачення. Гудбай, Майла, и Влад Ильиных готовится к финалу. И Орешек Продакшн также. Счастливо вам, дорогие. Чао, какао. Ауфидурзе.